Иван Семенович, расскажите, пожалуйста, о том состоянии, что вы помните о том состоянии, в котором вы попали к нам в клинику? Ну, накануне я выпил, так сказать, много, лишнюю дозу. На следующий день я выпил меньшую дозу. Ну, так успокоился, решил отдохнуть, спать лечь. Лег спать. Подошли трое. Толкают меня. Вставай. Я встал, свет включил, никого нет. Смотрю, крысы. Мне было очень страшно. Я их испугался. Ой, что делать с крысами? Страшное дело. Все, вот зараза. Острый алкогольный психоз, белая горячка, расстройство сознания, галлюцинации, двигательное возбуждение. Белая горячка купируется инъекциями нейролептиков с одновременным введением сердечных средств. Причина алкогольных психозов – хронический алкоголизм. Хронический алкоголизм – самая распространенная наркомания. Ее лечение складывается из комплекса воспитательных и медицинских мероприятий. Ну, рассказывайте, Лев Борисович, что вас привело к нам в клинику? Мне очень хочется бросить пить. Пьете давно? Давно. Руки давно так дрожат? Да лет 20. А похмеляетесь давно? Тоже столько же. Ну, бросьте сигарету. Покажите мне язык. Общее самочувствие тяжело? Работать невозможно. Работать невозможно. Сон как? Плохо. Не спите? Не спите? Да это очень так кратко. 2 часа и все. Аппетит? А у меня вообще не было никогда. Начало специфического антиалкогольного лечения предшествует тщательное соматическое обследование больного. Если по соматическому состоянию проведение антиалкогольного лечения тетурамом невозможно, больному рекомендуется гипнотерапия. Этому больному лечение тетурамом не противопоказано. Провокация алкоголем разрешена. Дезинтоксикационная терапия предшествует лечению тетурамом. Больные получают инсулин в малых дозах, витамины, лечение кислородом и другие физиотерапевтические процедуры. Физический труд является также одним из методов общеукрепляющего лечения. Ну что ж, товарищ, я пригласил вас сегодня сюда, в кабинет, для того, чтобы выяснить, как ваше самочувствие за прошедшие 2 недели. Как сон? Сон заметно улучшился. Аппетит? Замечательный аппетит. Хороший. Ну, а выпить тянет? Нет. Честно говоря. А вас? Честно говоря, да. Ну что ж, это закономерно. Мы прошли с вами лишь первый этап лечения, общеукрепляющего лечения. Нашей задачей было нормализовать вам сон, показатели сердечно-сосудистой деятельности и так далее. А теперь мы уже можем непосредственно перейти к лечению вашего страдания с помощью тетурама. Все согласны на это? Согласны. Великолепно. Тетурам сенсибилизирует организм к алкоголю. До алкогольной провокации
Тетурам назначается по грамму в течение 5 дней. Товарищи, сейчас на примере этого больного вы увидите, что может случиться с каждым из вас в том случае, если вы будете употреблять алкоголь после проведенного у нас курса лечения. Тетурам задерживает окисление алкоголя в организме на фазе ацетальдегида, накопление которого вызывает токсические реакции. Эти токсические реакции проявляются массивными вегетативными расстройствами с нарушением дыхания и сердечной деятельности. Дышать. Дайте. Для купирования этих состояний применяют вдыхание кислорода. При падении артериального давления сердечно-сосудистые средства, кардиамин, кофеин. А в тяжелых случаях адреналин или глюкозу со астрафантином. Провокация алкоголем необходимо повторять. Присутствие других больных имеет важное воспитательное значение. Сейчас, товарищи, вы погрузитесь в гипнотическое состояние, и вам будет произведено антиалкогольное внушение. Сядьте поудобней. Расслабьтесь. Закройте глаза. Спать. В сон. Глубже. Приятней погружайтесь в сон. Спать. Алкоголь является ядом для нервной системы и психики. Особенно при вашем неважном состоянии здоровья, алкоголь является ядом для всего организма. Глубже в сон. Даже сама мысль об алкоголе вызывает у вас ощущение неприятной реакции. Глубже спать. Глубже. Каждый из вас берет в руки стакан. Стакан с водкой. Попробуйте понюхать. Попробуйте понюхать, поднесите к носу, нюхайте, отвратительный запах, отвратительная реакция. Спать, в сон, спать. Легче стало. На счет 5 выйдите из состояния внушения. Однако отвращение к алкоголю останется непреодолимо. Сейчас легко, приятно. 1, 2, 3, 4, 5. Почувствуйте себя легче, свободнее. Я наливаю водку. Отвратительную водку. Отвратительный запах. Водка.